Полная оплата алиментов, возможность избежать наказания. Должники по алиментам будут нести ответственность даже за частичную неуплату, согласно вступившим в силу изменениям в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном кодексе России. С 10 января нынешнего года начали действовать поправки, касающиеся ответственности граждан, которые уклоняются от уплаты алиментов. Статья 5.35.1 Кодекса административных правонарушений предусматривает ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей в течение 2 и более месяцев. Поправки, внесенные федеральным законом от 30 декабря 2021 года, предусматривают возможность привлечения к административной ответственности тех, кто уплачивает алименты частично, то есть не в том размере, который был установлен решением суда. К примеру, допустим, должник обязан оплачивать 13 тысяч рублей в месяц, но оплачивает 2, 3 тысячи, 4 тысячи в месяц. То есть он также подлежит привлечению к административной ответственности, за которое предусмотрено административное наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток, либо обязательной работы до 150 часов. Аналогичные изменения федеральным законом от 30 декабря 2021 года внесены в статью 157 Уголовного кодекса. С 10 января 2022 года уголовное дело против неплательщика будет возбуждаться, даже если выплаты были, но не в полном размере, который указан в судебном решении, либо нотариальном соглашении за неуплату родителям без уважительных причин, нарушение решения суда или нотариального удостоверенного соглашения средств на содержание совершеннолетних детей. Могут наказать исправительными работами сроком до 1 года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо лишение свободы на срок до 1 года. Очень важная новелла в этой статье – это возможность избежать наказания за неуплату алиментов. Лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если в полном объеме погасило задолженность по выплате средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, или нетрудоспособных родителей. В 2021 году 3911 алиментщиков республики были привлечены к административной ответственности. Больше 3600 должников получили наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов. Еще 237 подверглись административному аресту до 15 суток. 54 человека были оштрафованы. Только полное погашение всей суммы задолженности поможет должникам данной категории избежать административной и уголовной ответственности.